Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Здесь есть все, что вы ищете о знаменитых турках. У Димет был напряженный период из-за проекта, над которым она работала долгое время. Она была на пике своей карьеры и недавно стала горячей темой благодаря своим смелым позам для журнала «Холливуд». Эти позы вызвали большой резонанс в мире СМИ и вызвали множество дискуссий. Димет заявила, что эти снимки были для нее формой художественного самовыражения и что она хотела свободно выражать свое тело. Однако, делая этот смелый шаг, он также принял во внимание реакцию общества. Он встретил больше внимания и критики, чем ожидал. Об этих позах говорили везде, у каждого было свое мнение. Джан был парнем Димет, с которым она была долгое время. Он помнил тот день, когда Димет говорила об этих расстрелах, как будто это было вчера. Он был удивлен, когда впервые услышал это, но решил, как всегда, поддержать его. Джан всегда ценил искусство Димет и ее способ самовыражения. Однако он был обеспокоен реакцией СМИ и общественности. Однажды вечером, сидя дома с Димет, они вместе начали читать комментарии, циркулирующие в социальных сетях. В то время как некоторые хвалили Димет за ее смелость, другие резко критиковали ее. Джан заметил напряжение на лице Димет и обнял ее. «Я горжусь тобой», — сказал Джан, глядя тебе в глаза. «Я впечатлен тем, что ты такой храбрый и идешь своим путем. Что бы ни говорили люди, я буду рядом с тобой». Хотя Димет знала, что она всегда чувствовала поддержку Джана, эти слова принесли ей огромное облегчение. «Спасибо, Джан. Это было очень важно для меня. Я хотел расширить свои границы и свободно выражать свое искусство». На следующий день Джан решил сделать заявление для СМИ. Он написал статью, в которой заявил, что был с Димет и поддержал ее смелый шаг. Эта статья быстро распространилась в социальных сетях, и многие люди были поражены поддержкой Джана. Во время этого процесса Димет и Джан еще больше укрепили свою любовь и поддержку друг друга. В то время как Димет гордилась тем, что свободно выражала свое искусство, Джан был рядом с ней и был ее самым большим сторонником. Вместе им удалось выстоять против давления средств массовой информации и общества. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.